что, ребятки, всем привет, меня зовут Бэкстейв на моем канале. Не обращайте внимания на мой голос, и сегодня мы с вами пройдем Bloodbath. Викли Демон у нас появился, смотрите. Короче, Викли Демон. Я, кстати, поставил пак Дольфи себе. Буду проходить с кликами, чтобы вы поверили. Шарик самое легкое идет, но дальше будет не очень легко. Сейчас парк Мичиган пойдет. Блин, сдохнуть бы тут. Мичиган. Фух, погнали. Ух, ребятки, пипец. Еще боюсь на 90% где сдохну. Особенно 99. Да, сверху пролетел. Изи просто. Ой, пипец, ребятки, пипец. Еле прошли. Пипец. Bloodbath, Викли Демон. Вот так, ребята, вышло. Пипец, ребят. Ну, на это все. Пипец. Наверное, буду заканчивать. Начал еще делать. В следующем ролике я пройду еще какой-нибудь популярный демон, известный. Натренирую его. Какой-нибудь, может, новый пак поставлю, потому что, ну, может, свой даже поставлю какой-нибудь. В принципе, ну, посмотрим. Вот так вот у нас получилось, ребят. Это пипец. Я до этого тренировал его, до этого проходил, но сейчас первые попытки, без смертей, это пипец, ребят, вообще. Мне кажется, многие еще подумают, что это какая-то там склейка видос смонтированный, но нет, ребят, это пипец. Это настоящий Bloodbath, Викли Демон. Я просто решил зайти, смотрю, Викли Демон, Bloodbath. Думаю, ну блин, пройти, не пройти. И потом подумал, а, пройду и как раз на запись запишу. И вот запись получилась, ребят. На этом все. Не знаю, что говорить. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравится данный ролик. И что мы в следующем ролике пройдем? Слаутерхаус, да нет, это еще рано. Это там, это вообще нереально. Nine Circles. Ну, Nine Circles, Катаклизм, Bloodlust. Я думаю, можно остановиться пока на Nine Circles. А потом, не знаю, что пойдет. А потом Slaughterhouse. Да нет, Slaughterhouse, ребята, очень мощно. Я не факт, что его пройду. Ну, Nine Circles, в принципе, можно Nine Circles натренирую и тогда залью видос. Вот так вот, ребятки. Ну, на этом все, наверное. Всем спасибо за просмотр. 15 раз уж прощаюсь. Всем удачи, всем пока.